Предложения, жалобы и другие обращения клинчан уже обрабатываются в оперативном режиме. 2 недели назад в округе запустили систему МЦУР – муниципальный центр управления регионом. 1,5 года назад ЦУР заработал в областном правительстве и за это время доказал свою эффективность. Теперь очередь за муниципалитетами. К Новому году система ЦУР должна охватить всю область. В Клину центр уже работает, пока в тестовом режиме. Функционал и готовность сегодня проверила глава округа. Все знаем, быстро решаем, не допускаем. Такова концепция ЦУР, в нашем случае МЦУР, муниципального центра управления регионом. 2 недели назад в тестовом режиме центр был запущен. Цель – максимально оперативно реагировать на тревожные и конструктивные обращения жителей. По предложенному нормативу отвечать на запрос необходимо в течение суток. Это живая система, которая дает нам представление о самых болевых точках, которые поступают информационно со всех порталов. Добродел, соцсети, обращения на странички в соцсетях, главы управлений. Все это фактически аккумулируется и имеется возможность в кратчайшие сроки реагировать на обращения, на запросы жителей. МЦУР условно поделен на 2 зала. В операционном – специалисты ведущих направлений – здравоохранения, образования, дорожно-транспортной структуры и другие – отслеживают по всем информационным ресурсам обращения клинчан и сразу направляют в работу. 2-й зал – ВКС. Здесь проводят совещания и принимают коллегиальные решения, если проблемы масштабные. Медиапанель помогает отследить историю и проанализировать ситуацию. На экраны вводится оперативно вся информация, необходимая для принятия решения. То есть все привлеченные специалисты, заместители, представители других организаций, которые участвуют в рассмотрении этих жалоб, имеют возможность ознакомиться с накопленной информацией, материалами анализа этой проблемы и принять соответствующее решение. В перспективе МЦУР объединит практически все государственные информационные системы, включая ЕДДС и «Безопасный регион». А пока на практике в рабочем режиме оттачиваются все технические моменты.